Всем доброго времени суток, это Citroёn 2013 года выпуска, автомобиль оснащен мотором 1,2 литра на механической коробке передач, у автомобиля один владелец, и сейчас переместимся в салон, посмотрим комплектацию и состояние салона. Итак, значит, здесь у нас с вами чистенький, ухоженный салон, сиденья, карты, дверей, есть, конечно, следы эксплуатации автомобиля, а в целом все достойно. Значит, спереди у нас с вами тоже салончик в хорошем состоянии, сиденья, карты, дверей. Также панель выглядит достойно. Водительская дверь тоже, в принципе, есть небольшие следы эксплуатации автомобиля. В целом, просто пластик твердый. Из-за этого так. А так, в целом, ничего страшного там нету. Так, ну а теперь давайте смотреть комплектацию. Так, значит, по комплектации автомобиля у нас есть стеклоподъемники. Отопитель салона у нас с вами с кондиционером. Кондиционер располагается здесь. Ну, обогрев заднего стекла. Вот такая вот магнитолка есть установлена. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль, ровненько работает мотор, пробег у нас 141 тысяча километров. Данный автомобиль у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, вместе с вами сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся, если вам понравится автомобиль, сможете его приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, всем хорошего, всем доброго, до свидания.